Крышу вот здесь сделали уж как бы, да? Теперь мы думаем, вот здесь крышу нам шабашники делали, типа. Вот это, короче, на соплях. Вот здесь хер знает, за что они крепили. А, на гвозди он крепили, вон на шурупу, видишь? Короче, вот эта крыша здесь... Да, это вообще опасно. И вот сейчас мы с Альфией решили. Вот здесь у нас камень, да? Как бы стена... как бы кирпичная. Сюда будем выкладывать раствором стену этим бутылками. Вот здесь. Она дойдет до сюда. И здесь балку пустим. Одну балку сюда пустим. И здесь одну балку пустим. И там будет, короче. Короче, вот таким способом вот это место закрепим. Сейчас будем крышу полностью чистить. И в итоге у нас хорошо будет. Отлично. Вот там еще здесь серединка надо усиление сделать, да? Нет, там не надо. Не надо. Там все хорошо. Вот такой. А, стояк поставить? Да, стояк. Да. Вот здесь будет у нас стена, короче, из бутылок. Ага, там уже стоит, мы там не поставили. Да? Наша дилерщика придет и поможет нам. Она здесь бардак весь уберет. Мы здесь все. И мы думаем сюда ложить вату. Заел вот здесь. Вот это место. А там карагис. Не карагис, а этот. Вот шарики. Как называется их? Керамзит мы, короче, распределим по всему этому. А здесь у нас будет вата мягкая. Вот такая дела, вот такие дела, короче. Крышу мы все-таки дома доводим. Сделали сейчас только леса, вот сейчас только что леса сделали хорошие, укрепленные. Не шатающие, не бултыхающие. Сами делали, я знаю, что один раз Альфия упал, уже мы не рискуем. Второй раз ногу ломать. А давай чай попьем, Загира? Все, мы идем чай пить. Красота.